Всем привет, с вами Рома Дивиди. Начну, пожалуй, с того, что ни для кого, пожалуй, не секрет, что сейчас развелось очень много таких днищ сопливых малолеток, которые начинают срать и ссать кипятком, когда говорят правду про их любимые в кавычках танки онлайн. То есть, когда мы говорим, старые игроки, правду, что танки стали не те, что нарушена экономика, нарушен баланс, который был идеально сбалансирован. То есть они начинают ссать кипятком и начинают конкретно срать. И просто их понос очень трудно остановить, потому что у них дышло, как говорится, куда пернул, туда и вышло. В общем-то, для чего это видео? Сразу оговорюсь. Для того, чтобы у всяких малолеток, вот, которые пишут гневные комментарии мне, постят: ты, типа, нихуя не знаешь, танки не играешь, типа, ты, блядь, дно, ты, типа, днище, блядь, ты, типа, не умеешь играть, типа, все пишут, ты нуб, вся хуйня. Мне пишут люди, которые даже писать не умеют. То есть это пишут люди, которые пишут с такими грамматическими чудовищными ошибками, за которых нужно бить. Их нужно бить не ремнем, нет, их нужно бить по ебалу кулаком. Очень жестко и очень сильно, потому что так коверкать русский язык, как коверкают они, просто-напросто нельзя. Это, я считаю, это хамство и насилование русского языка, нашего наследия, нашей культурной традиции. И хотелось бы дать совет таким соплякам, что прежде чем вы напишите какой-то очередной свой говновысер, который я читать даже не буду, просто отправлю вас нахуй, следует прежде всего хотя бы немножко изучить правила русского языка, прежде чем обращаться к русскому человеку, тем более не тыкать, блядь, а писать нужно на вы, пидорасы, те, кто не знаете, малолетние сосунки, блядь, 13-12-летние хуесосы. Вы нихуя не знаете, пиздюки мелкие. И как вы себе вообще можете позволять к взрослому человеку обращаться на ты и к тому же материть его? А девушка, соведущая, которая была со мной, Катюша, обзывать ее самыми последними словами, мягко говоря, падшей женщиной, это очень мягко говоря. Вот, и я считаю, что у вас просто, блядь, не то, что мозг не дорос, у вас ничего не доросло для того, чтобы вообще хоть как-то... Я считаю, что таким, как вы, вообще нужно просто-напросто запрещать выход в интернет. Вам не только танки играть, вам пасьянс нельзя раскладывать, вам, я не знаю, вам солитер там... Червяк в жопу залез, я не знаю, вам, блять, вам косынку нельзя даже раскладывать, потому что вы долбоебы, вы даже будете агриться даже на это, потому что у вас не хватает мозгов понять, что люди, вложившие в игру очень много денег, хотят какой-то справедливости, какой-то правды, и когда вы начинаете срать в комментах, да ты нубич, да ты вся хуйня, я вам скажу так, сосунки, вы даже близко не нюхали ту писю, блять, которая у меня находится в трусах, потому что я, бля, по сравнению с вами, с засранцами, играл очень хорошо в топовом клане, играл с топовыми кланами, играл турниры, а вы, блядь, просто какие-то команды, вы, пидорасы малолетние, вот и все, что я вам хочу сказать. Это я ни в коем случае не говорю сейчас своим подписчикам, я это говорю тем малолетним подхёртам, которые... у которых дикая жопоболь, когда я вдруг называю танки онлайн днищем. Я говорю, блядь, ну как так можно экономику типа танков впустить? Как можно ребалансом танки, ну, унизить, грубо говоря, да? Как можно убить всю игровую механику танков онлайн, той веселой аркады, которая действительно была, и превратить их в то, что есть сейчас? Просто, это просто ужасно, да? Малолетки не понимают, они начинают ссать кипятком, срать, не знаю, там, словесным поносом, пытаются выглядеть умными, казаться умными, пытаются что-то из себя, я не знаю, показать, но на деле у них ничего не выходит, то есть там, кроме высера, что ты говно, там, как ты еще можешь играть в 30 с лишним лет в эти игры, как тебе не стыдно и все прочее, еще и матом хуесосят. Я думаю, что как минимум нужно бить ваших родителей.
А как максимум бить ваших дедушек, бабушек и вас вместе взятых всех вместе кулаком поебал и очень сильно. А все лишь потому, что вы не имеете воспитания абсолютно никакого, вам его не дали, вам его не привили. То есть, если я... Вы говорите, ты обсираешь танки онлайн. Нет, я никогда не обсирал танки онлайн. Я высмеивал, насмехался, я стебался над танками. Но я прекрасно знаю, что ребята сделали очень большую работу из танков онлайн. Что они действительно очень хорошо поработали. Они здесь заслуживают денег, тех денег, которые они хотят. Но нельзя так сходу и сразу менять все в танках, экономику и все прочее. Ну, это другой совершенно вопрос, сейчас к делу не относящийся. На самом деле, ребята молодцы, я нисколько никого не обсираю. Я могу лишь высмеивать жадность некоторых людей, которые вот не хотят подождать некоторое время. Но сейчас не об этом, сейчас о тех малолетках, которые агрятся. Что я хочу сказать? Вот эти вот агры, которые совершают периодические набеги, и пытаются засрать комментами своими глупыми тупыми. Действительно ржач. Я захожу на ваши каналы и собираю ваши видосы. Я собираю видео, как вы снимаете, как вы играете в танки онлайн. То есть, как берете голды, как вы делаете еще что-то. Через некоторое время выйдет видео, в котором будет видео такой краткий обзор, минут на 20. Ну, по-моему, это краткий обзор, да? В котором будет показано, как вы играете, будут показаны ваши комментарии, что вы пишете, и потом будет показано, как вы играете каждому человеку отдельно. Будет дан ваш ID на YouTube, будет найдена ваша страничка ВКонтакте. Возможно, и скорее всего, да не скорее всего, а наверняка там будет показан ваш ник в танках онлайн. Вот, и готовьтесь. Канальной каре, детишки, потому что скоро вас ждет нечто новое и интересное. А в комментах срите больше, срите сильнее, потому что это подогревает интерес. Чем больше говна ваших говнокомментов, тем выше в топе мои видео. Мне лучше, мне нравится, мне это хорошо. Вы срите больше в комментах на самом деле. У меня будет хотя бы материал, чтобы снимать про вас таких долбоебов видео, вот. Если кто говорит, что ты не играл в танки онлайн, я хочу сказать одно. Я с вами малолетними долбоебами в танки играл очень давно, еще на заре, так сказать, танков онлайн начал играть. Вы даже близко не представляете себе, что чем являлись раньше танки онлайн до ребаланса. Кто-то говорит, вот я начал играть и мне нравится. Ты, сынок, начал играть сосунок после ребаланса, и ты не знаешь, что такое настоящие танки онлайн. Один пиздюк хвастался. Ну да, я купил весь гараж, да у меня все пиздец. Я посмотрел, у него весь гараж М0 на сержантском звании. Говорю, блядь, сынок, я на сержантском звании задонатил себе на М3 дикарелю в шелесте. Говорю, мозг не ебал. Не скупал всякое говно М0, как ты, блядь. А ты скупил и сидишь нищеброд голимый нахуй. Просто, я понимаю, у кого-то нет денег, хорошо, я согласен, но вы поймите одну вещь, ребятки маленькие, сынки-сосунки. Ведь если бы такие дяденьки, как я, не платили за эту игру, вы бы не играли в эту игру, потому что она бы перестала бы приносить доход компании «Альтернатива», и эту бы игру пришлось вернуть. Вот она бы в каких-то минимальных количествах, с очень жестким донатом, в которой было бы очень много читеров, то есть игры бы как таковой не было абсолютно и вообще, может быть, ее вообще закрыли. Вот, вы должны нам в ножки кланяться за то, что мы в свое время поддержали проект рублем, мы очень много такие взрослые люди, как я, вложили в эту игру, там по 2, по 3 зарплаты кто-то вкладывал, а кто-то еще даже больше, то есть и вы просто нам должны огромное спасибо сказать, что на ранних стадиях мы поддержали этот коммерческий игровой проект, и вложили столько много денег в эту игру, что на сегодняшний день она развернулась до такой степени, что она вот может сейчас смело говорить, что мы являемся там топом, допустим, среди казуальных онлайн-шутеров, да? Благодаря кому? Благодаря нам. Если бы мы в то время их не поддерживали, хуй бы сосать, а не хвалиться своими достижениями, пришлось танкам онлайн. Так что не стоит пиздеть на нас,
что вот донатовые хуесосы, типа можно и без доната играть. Я сразу, вы играете с сумки по большей части за наш счет. И не стоит пиздеть, что ты там не играл, не знаешь. Я как раз побольше вашего играл, дети, и знаю побольше вашего. Вот. А гневных комментариев я жду побольше, потому что мне нравится заходить на ваши страницы после ваших комментариев, вот, смотреть ваши видео, которые вы снимаете про танки онлайн. И я скачиваю их себе на комп, делаю на них небольшие обзоры, и потом я это все в итоге объединю в одно такое видео, минут на 20. Это будет довольно забавно и смешно вас простебать. Даже нет, не обосрать. Я хотел сказать обосрать, оговорился. Нет, я же сказал, уже никого не обсираю. Я вас буду стебать. Вот, я вас простебу, это будет довольно весело. А вас узнают многие. И я думаю, вас хуесосить будет все сообщество танков онлайн, которое вас увидит вообще. Ну что же. Я еще раз повторяюсь. Некоторые говорят... Да я тоже вложил море денег, а меня забанили или еще что-то. Знаешь, мальчик, если ты же вложил в игру 1000 рублей, то ты уже автоматически донат, ты, да, ты сделал там кассу игре маленькую, ты хорошо задонатил, но ты все равно не имеешь права как бы ни на что, кроме своего аккаунта. Вот. И глупо говорить и думать, что ты вот донат. Донат, а тот, кто 30 и больше 1000 рублей вложил. Вот это вот конкретный, крупный, хороший, большой донат, которым танки онлайн, к сожалению, не дорожили. Нами не дорожили, и... Ну, очень жаль. Очень жаль. Не знаю, я думаю, что... Нам было тоже очень жаль потерять свои деньги. Нас тоже. Я же их понимаю. И они нас понимают. И все мы друг друга на самом деле понимаем. И я танки онлайн понимаю, и сообщество танков онлайн в лице комьюнити меня понимает, разработчиков. Вот только вы, малолетние тупые шавки, блядь, ничего не понимаете. Но это уже ваши проблемы. Еще раз говорю, пишите гневные комментарии. Мне очень нравится, как вы срете в комментах, потому что на каждого из вас я... Не на каждого, но у кого есть видео на канале... Я сделаю такой мини-ревью, мини-обзор такой, и вот посвящу вам, днищам, позорникам, которые играют за мои, за наши вот деньги, взрослых людей, вложенные в эту игру, которые помогали, действительно, помогали по-настоящему, помогали развиваться проекту, когда это нужно было, то есть, когда нужно было огромное влияние от людей, от малого количества людей, большие бабки требовались. Так что ты, сынок-сосунок, вложивший там 100-500 рублей, считающий себя донатом, да я тоже вкладывал. Знаешь, ты говно, ты не донат. Хуя. Хуйня на постном масле. Вот, так что давайте, смотрите в комментах, я этого ожидаю очень даже сильно. Я назову это видео специально для... Нет, я еще подумал, как его назвать. А школоте пожелаю ремня. То есть разработчикам танков онлайн желаю творческих успехов и всего вообще хорошего. То есть я считаю, что они заслуживают действительно аплодисментов за такую отличную игру, несмотря на то, что они ее превратили в полное говнище унылое. Хотя у них были все шансы сделать, вывести ее на мировой, как говорится, уровень, если бы не ебаный ребаланс и не воровство наших гаражей и наших денег, соответственно. Ну, а вам, сосунки, желаю только ремня. Большего вы не заслуживаете. Вот видео длится 13 минут. 58, 59, 14 минут. Вот. Вот отчет времени идет. Да, это я вот таким образом занимаю ваше время. А вы смотрите, а я занимаю ваше время. Ставьте дизлайки, сучки. Вы же тупые нубы. А, нет, я же для вас нуб. Это я нуб, да-да-да. Это я нуб, который не знает, что такое нарко, и который вообще, который хуёвый. Я самый нуб из вас, да. А вы самые-самые лучшие. Вы играете в командах. Угу. Базара нет. Ну что ж, детишки, ремня вам всем. Праздник, пиздюлей, конфета. Все, всем пока. С вами был Рома Диви. Люблю, целую, всем пока. 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 Thank you.
Thank you.